Ну, перед тем, как я расскажу задание, давайте немного познакомимся. Как вас зовут? Дима. Дима, вы из какого города? Челябинск. Из Челябинска. Аплодисменты. Хорошо. Расскажите, часто в этих благородах путешествуете? Второй раз. Второй раз? А какой были первые, на каком типа? Сразу на этом же. На этом же? О, здорово. Возвращаются у нас туристы, я думаю, что вы тоже. Давайте поаплодируем нашему первому любому. Здравствуйте, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, вы из какого города? Челябинск. О, из Челябинска. Хорошо, давайте поаплодируем. Челябинск, отлично. Я так понимаю, вы тоже путешествовали уже на теплоходах? Да. Тоже на теплоходе капитан Пушкарев. Хорошо, отлично, спасибо. Как вас зовут? Виктор. Виктор, вы из какого города? Юрули, Тагил. Урал, аплодисменты. Свердловская область, Тагил. Часто путешествуете? Ну, так, на машине. На машине. Какая самый далекий город был от вашего? Ну, Казахстан, Челябинск, Тагил. По работе ездить? Ну да. А кем работаете? Водителем. Аплодисменты! Рулевой, настоящий рулевой есть у нас. Узнаем, как вы справитесь с заданием. Здравствуйте, вас как зовут? Андрюша Стригин, мене. О, запомнили? Давайте повторим. Хорошо, на самом деле, это псевдоним. Отлично, ладно, давайте поаплодируем. Вы из какого города? Казань. Казань! Есть казанцы? Поддерживаем своего. Хорошо. Часто путешествуете? Периодически. Где путешествуете? Самое такое любимое место? По Волге, матушке, Каме. Да? Часто на теплоходах тоже бываете? Конечно. В том году на каком теплоходе были? Александр Суворов. Ну да, тоже неплохой теплоход. Давай.